Парную невероятную. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим Аней ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу! Ну что же вы? Идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Иди сюда, доченька. Даже соскучиться не успеешь. Не смотри. Кого повезли? Не что видно там, тебе? Папа? Что? Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семенский, Юрка. Эй, кто-нибудь! Эй! Что теперь делать? Что делать? Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Не стойте здесь, опасно. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то... Сюда нельзя. Зона особой опасности. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Без исходного образца... Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Да, вы! Проходите! Проходите, здесь нельзя. Артём, я здесь. Рад, очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Убеди еще, нельзя туда. Как же мы купим? Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Горбута явно не ожидали пулеметного огня. А, ты так, мимо. Проходи. Защитить станцию гонзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев документы давали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек.
Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артём, путь нам предстоит не близкий, так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут трейлеры оказались. А чего они вообще в бой пошли? Отличная вещь. И в полной исправности. И я не пойму, в чем их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто. Даже на словах... Отличное оружие для настоящего профессионала, рейнджер. Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры Колеса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С красными воевали. Что-то я не слышал. Да нет же, эпидемия там есть, или мутанты какие расплодятся. Поле сразу их и высылает, спартанцев этих. А сейчас чего? А сейчас пришли с эпидемией разбираться. А тут уже мы карантин устроили, красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтобы не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. А полису с этого что за выгода? Они ж далеко. До них эта эпидемия не добралась бы, наверное. Так об этом давно уже страны договорились. Все вопросы вроде этого полис решает. А за это их никто не трогает. Нейтралитет у них. Переговоры опять, если война такая, тоже они организуют. А-а-а, понятно теперь. Да, вот она где, их выгода. Воины они сами не лезут, а купоны с них стригут. Умно, умно. Да. Но мы тоже торгуем не себе в убыток. Удачи в бизнесе, рейнджер. Подходи, рейнджер, подходи. Есть отличные образцы. Заходи еще, рейнджер. Заходи. Подходи, подходи. Такого и у вас в Спарте нет. Да не стесняйся, подходи. Покупай, лучше цена как тебе никто тебя, не даст. Я еще и скидку сделаю. Я бы продал, да ты не унесешь больше. Лучшая картечь делается в Ганзе. Бери, окупятся. Эй, рейнджер, нужны патроны? Обрати внимание, Артем, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. Внимание, а ведь деньги они считать умеют. Открываю гермозафон. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннелях, рейнджер! В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место – метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное – непозволительная сейчас роскошь. Начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Двигаясь по тоннелю, поезд с Черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Да что же наломали? Порядок. В полис идете? А на замену-то ничего и нет. Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. Аккуратней там, с генераторами. Не
Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. Не сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы», потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо. Дышащие, обладающие душой и мыслящие. Тут надо быть настороже. Глухое место. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Занимательно. Знак? Решетка прогнила, да и приварена наспех. Артём, помоги! Артём, жги паутину дальше. Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Артём, сынок, это ты? Артём!
Тут нельзя долго оставаться. Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Надо войти в воду. Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Это их город, их дом. Все, что от него осталось. Гляди, это он! Черный! За ним! Быстрее! Только бы его не потерять. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Попробуй еще раз, Артем. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. За ним, скорей! Впереди! Скорей, вперед! Нет, за ним! Я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Мост 13, мост 13. Ответьте, боевая тревога. Кажется, мы снова повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд «Красный». Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. Опоздали. Пост 13, пост 13. Ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается. Но поезд явно где-то здесь. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. Прыгай в дрезину. И поможет нам лишь чудо, Артем.
Помни, что я рассказал тебе про Черного. Наша судьба — спасти его. И, может, он спасет всех нас. Я не верю ему. В такое нельзя поверить. Но Хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех Черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Это он! Мы не ошиблись! Скорее, догоняем! Красные! Держись, Артём!
Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Thank you.
Я помогу видеть. Бояться. Устал. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Смотри, я как ты, с вещами. Берегись!
ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Крылатые красные, сильные. Смотри, их много. Thank you.
его. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что... Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволы. Це ж рейнджер з Флорісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10, потім рушимо далі. И такой вас не только видел, а у меня есть. Покупай! Слушай, котел, на мутант лучше нет. Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Слушай, котел, выбирай, что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Бери, не подведет. Смотри, какое состояние! Ни царапинки! Вот это дело! Пока мы еще тут, обращайся, если что. Отходи, парень! Сам понимаешь, все распаковывать не стану, только лучше. Котёк, ты на гильзы не смотри, как стреляет смотри. Пех-пех, как стреляет. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь, все есть. Нож есть, решки дай, хорошо, слушай. Бери, дорогой, такой патрон... Нет, слушай.
Приходи, дорогой! Такой только у меня есть, слушай, да? Покупай! Зажигательный граната, дорогой! Где еще найдешь, слушай? Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалеешь. Мина есть, все есть. Ну что, впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Левицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Эй! Он ходит... Кто здесь? Эй! Что? Кто-то... И всё-таки... Противник близко! Тревога!
Пошли. К бою! У нас... Бегайте! Теперь тебе крыша! Что там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ! Приказ захватить цепочку! Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытость? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. Что? Эй. Кто там? Вроде кто-то есть. Так. И все-таки стоит проверить. Что-то мне не по себе. Неохота. Не простого же шпиона. Братья! Теперь тебе крыша, гад! Ну, гад! В плен не брать! Бойцов, перебирай! Товарищи, у нас потери! Отомстим скорости! Скорости! Теряем людей! Я пустой!
Черт! Попали! Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Боятся тебя и все равно хотят убить. Ты его знаешь, и он тебя. Ах!
Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! Пост сдал! Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь! Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете.